сказать. Спасибо всем. Уже жарко стоять, да? Спасибо всем. Но хотелось бы видеть здесь всех, кто уволен, всех тех, кто работал и кто работает. Для того, чтобы мы единым фронтом, единым кулаком сделали наше общее дело согласно 5-й статье Конституции. Ибо мы есть власть. Спасибо. Напоминаем, что сегодняшняя акция является предупредительной. Мы даем 5 дней на выполнение требований работников городского электротранспорта. 11.51. И другими именными фондами. Высказанные слова высказанные слова имеют место быть. Но также имеют место быть, что выбрали сейчас коррумпированные чиновники, которым хотелось сказать позор им и презрение. Позор! 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 Ганьба лучше звучит. Завершение нашего митинга, нашего акции, ну, сейчас здесь на площади, акция протеста у нас бывает. Завтра мы ее заканчиваем, выезжаем на линии. Значит, сейчас нам приехать в третье депо. И час дня ожидаем прокурора с вами со всеми проблему. И давайте мы все вместе расскажем, что творится на этом предприятии и как руководство относится к нам. Все наболевшее. Поэтому мы не расходимся. Акция открывает, идем в третье депо. Все требования сейчас. Специальная группа, раздаст, то есть за часов двух дня все официальные особы получат наши требования нашего митинга. Поэтому хочу на этом сделать запятую нашего митинга и идти с депо и будем ждать сейчас Туповича. Мы идем ему звоним, говорим, что мы же знаем его и ждем. 11.53. Давай, понял?